10-й, Оксли Чемберлен 15-й, Санчес впервые с ноября в стартовом составе, хотя уже выходил на замену. Симоншип. У него первый номер. Дираква номер 27-й. Кин, 5-й номер. Ми номер 6-й. Уорд 23-й. Бойд 21-й. Джонс 14-й. Альвис Тас. Там наполовину, да? И Бернли, я думаю, играя в два нападающих, им принесет сегодня немало хлопот и волнений. Поэтому я поставлю, что Бернли сегодня достаточно равная игра и... В принципе, я думаю, что Бернли будет, да, использовать верховую борьбу и вот так вот подбирать и обострять двух нападающих. Смотри, верховая передача, один борется и один все время рядом. Посмотри, как он выскочил за спину защитников и сразу пробил. И вот, удар, повар, опять же, за Арсеналом. Угу. Возвращает обратно в штрафную. Жиру, вот Санчес. Вот я жду от него, вот именно сейчас. И удар в ближний угол. Да, вот именно этого я от него и жду сегодня. А второй раз махнули, когда промазал защитник по мячу, когда мяч пролетел на дальний. Да, но мне почему-то все-таки кажется, что это игрок штрафной непосредственно, который, если не сам, может... И опять лонгбол, то, что называется, да, в Англии, да, длинный, да, мяч. И, да, какой момент может быть? Опасно! Да, я думал, что сейчас можно было, которого должен исполнять. Вот. Грея до его прихода в команду. Сейчас закончу эту мысль. После атаки Чемберлен. Удар! И набрал форму как можно лучше. Итак, Санчес пока отдает. И в обе. Санчесу. Ну, пробей. Ах, отдает снова в дальний угол. Он дал голевой пас. Да, Санчес молодец. Вот как здесь стеночку хотел сыграть. Здорово. А, так и получилось, собственно говоря. И отдал. Отдал между ног передачи с внешней стороны. Замечательный гол. Просто это шедевр, правда. Ну, на самом деле, в исполнении Чемберса... Посмотри, наверное... между ног как отдал. Посмотри. И с внешней стороны, посмотри. Хорошо. Замечательно. Жень, тогда вдогонку твои реплики, буквально только что, да, сказаны. Он будет возвращать штрафную. Подача. И удары за штрафной. Бойд, скидка. Точнее, откидка. Да, и сейчас будут опять грузить. 100%. Подача. И вот, пожалуйста! Они вернулись в эту игру. И с одного фланга, посмотри, мяч отскочил. Вот здесь развернули атаку еще раз. И все-таки, опять же, за счет вот своей игры, за счет подачи в штрафную, за счет своих двух нападающих, они забивают этот гол. Замечательно. Я очень рад, что я ошибся, что они скиснут и что у нас интрига возвращается. Не, ну ты же говорил, что они забьют. Вот они забили уже в первом тайме. Вот такой очень они. Да, обрати внимание, Тимур, да, три игрока у Арсенала штрафной. Ну, Санчес. И где-то за ним выскочить, это, наверное, есть такая задача Санчеса. Блин, они машут мимо мяча, что-то еще происходит. Арсенал давит, давит, я думаю, обыгрывать пойдет. И удар! Арсенала. Да, хорошая скидка Жиру. А пободрее! Сбылся. Алексис Санчес отдал, забил. Санчес впервые с момента своей травмы вышел в стартовом составе. И смотрим еще раз, как она прокатилась, эта атака. Собственно говоря, он ее и начал, можно сказать. Жиру здорово сыграл на третьего. И в обе. Да, мяч во фланг. И вот он, смотри, за Жиру. Посмотри, вот он. Оп. И мяч в девятке. Очень, очень все правильно и грамотно. Ну, собственно говоря, мы это и предсказывали. В игре. Да. Подача. Удар! Мяч на ленточке выносится защитником. А вот момент, когда защитник спасал, да, ворота? Да. Жиру здорово поборолся на ближний штанг. Человек просто хочет себя проявить. Как-то такой... Из лучших побуждений. Да, ну, скажем так, такой играет небольшой эгоизм, именно решить этот момент самому. Хороший. Что когда-то они сдадут. Когда-то они... О, сейчас здорово. Здорово! Все-таки станет чемпионом. Поэтому, если все будут здоровы, если все будут не маленькие, да. Санчес, смотри, все время на мяче, но далеко от штрафной. И пытается отдать. Здорово. Эль-Нани! Опять же, искать больше в атаку, а Росицкий будет дирижировать. Итак. Ух ты! Выковыривал. Замечательный удар, замечательный сет. Классный момент. Готовчик поставлю пока. Давай посмотрим. Скидка. Классно. А вот удар будет, удар!